Беглым регионалам стало скучно в Москве, и они собрались назад в Украину. Одиозные попередники один за одним изъявляют желание снова вернуться в свои дома. Как челядь беглых регионалов готовится встречать своих хозяев, смотрите только в секретных материалах. Сегодня украинцы поняли, что... Кое-кто из бывших начал наращивать политическую мускулатуру. Кому-то по нраву пришелся статус изгнанного президента. То, что произошло, уже это произошло. А в ком-то проснулся дремлющий спасатель. Ну, я хочу всех поприветствовать. Но как бы там ни было, парни едины в одном. Моя точка зрения, что... Мы это говорим от сердца, и то, что мы говорим, мы сделаем. Им срочно надо вернуться домой, чтобы продолжить спасать, поддерживать или примирять страну, из которой они едва унесли ноги. Итак, начнем по старшинству. Доброго дня. Она знает хозяина этого дома, кто он живет? Азарова. Азарова, да, думаю. А кто-то есть там вообще? Появляется? Да, хозяин тут есть, он машина стоит. Гнездышко пенсионера-спасателя находится в супердорогом районе Киева. Дмитрий Зеленский меня зовут. Менеджер по работе с клиентами UKR Китай Коммуникейшн. Мы сейчас просто ищем офис, активно ищем офис именно конкретно в этом районе. Ищите. Ищите. Не сдается, не продается, ничего. Не сдается, ничего. Вся закрыта, никого нема, ничего. Но в легенду охранника дома дедушки Бимбы вмешался случай. Отличная тачка. Во двор к Николаю Яновичу внезапно заехал автомобиль с очень невежливыми людьми. Давайте я поговорю с человеком, если он решает. А рядом, не знаете, что-то сдается? Этот автомобиль зарегистрирован на некую Контридзе Теклу Мирабовну. Но по документам числится как Porsche Cayenne, а значит автомобиль нечестный. Госпожа Контридзе интересна тем, что является соучредителем ТОВ «Перлина», где ее партнером является Морозова Наталья, которую на сайте «Миротворец» идентифицируют как коллаборанта, депутата Симферопольского городского совета и местного единоросса. Хорошо, все окей. Подрабатывает ли соучредитель нескольких юридических лиц Текла Мирабовна уборкой в доме опального чиновника? Все это не смогли узнать мы и не пытались узнать спецслужбы. Поэтому отправляемся к следующему возвращенцу. Сергей Арбузов местами был непонятен. Про співпрацювання. Но в целом оставил после себя довольно сносное впечатление. Здрасте. Нам дали ориентир, дом Арбузова. Де він, той дом Арбузова, ничего не понятно. Там где Арбузов. Да, да, там где Арбузов. Дом экс-министра находится в райском уголке в пригороде Киева. Там есть живые люди вообще? Коза. Потому что мы сейчас подойдем, это дома будет, нас снайпер не снимет. Нет, снайпер там, по-моему, там кто-то и живет, но сейчас очень скромно. Все, кто там живут, это сотрудники Министерства внутренних дел. А на зарплату полицейского особо не пошикуешь, даже если ты в доме экс-министра. Ничего такой домик. Идем разговаривать с милиционерами из дома Арбузова. Нам сказали, что где-то на улице Радисной, в районе дома Арбузова, есть много земли в аренду. Это так или нет, скажите? Значит, никакой информации по продаже, ни что-то участков, говорит, он тоже без понятия. Я понял. А вы организация какая-то или вы частный дом? Да частный дом. В этом доме все готово к приезду хозяина. Охраняют здание бойцы МВД. Неизвестный управляющий следит за порядком. А о настроениях местных никто не скажет лучше, чем сами местные. Тут же ж никто ничего не знает, никто ничего не слышит, хотя все знают все. Да, я так и понял. А правда, что у вас дома живет тигр? Не, не правда.
Дом Клименко на бумаге называется базой отдыха. Это увесистый участок земли в живописном лесу, который находится частично в собственности, а частично в аренде у структур семьи Клименко, о чем уже неоднократно писали наши коллеги. Насправді, це не база відпочинку, а неприступна фортеця, оточена водосховищем і густим заповідним лісом. Прямо по асфальту ви ворота відкритесь. А там є хтось живий взагалі? Та ні, там охрана є. Здесь все уже готово к приезду главного миротворца страны. Машина для игры в гольф, катамараны и квадроцикл готовы катать тело министра. А его душу может вылечить здешняя природа и похвальная тяга Александра к здоровому способу жизни. С утра выходил Клименко в спортивном костюме с вытянутыми коленями и бежал по этой дороге ногами своими министерскими. Вот так вот бежал. Как батя бежал когда-то. Хозпостройки его логова давно ждут хозяина, а вековые сосны соскучились по его радостному смеху. Біля хозпостроек бежал. По цьому гравію бежал. Перепрыгував хащі. Ругався з охраною. Але бежал. Но Клименко тут нет. Хотя за порядком есть кому следить. Нам просто сказали, что це дом Клименко. І ми це... База відпочинку зараз, тимчасово не працює. О, а ви державна охорона чи приватна? Звісно, це державна. Этот указатель, призывающий не тревожить диких животных, скоро может беречь спокойствие нашего бывшего министра доходов и сборов. А в гнезда Азарова и Арбузова вернутся беглые донецкие птицы. Это кошмар, который мог только присниться во сне.